С базы Южного поисково-спасательного отряда вылетел вертолет с 5 спасателями и медиком на борту. Они вместе со спасателями Псибайского отряда при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему, оказали ему доврачебную помощь. Из обрыва на борт туриста подняли в носилках. На базе отряда в Сочи мужчину передали уже ждавшим его врачам скорой помощи. По предварительному диагнозу, 32-летний турист из Армавира получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом предплечья и ушиб голени.